Куда сиганем? Да хоть туда же. Не, далековато, можно, конечно, в Ясную Поляну. Походу пострелять. Так ну не в Ясную. Давай Мэншин тогда. Давай Мэншин. Джеронимо. Блядь, где? Чё ты перекрутила меня? Не, я нормально летел. Кто-то на ангары полетел. Обидная херня, блядь. То Сумпа нормально убивается, то вообще не убивается. Бывает. Чё, с нами опять никого? Потом найдем всех. А, нет, передо мной! Куда летим? Куда рулим? В мэншн, стреляемся. Какой? А, в этот, двухэтажный. Он в трехэтажный целится, но... Он на крышу, походу, сейчас приземлится. Да, он сейчас накоцается нормально, он на крышу приземлился. Да это я тоже на крышу! Ой, у нас еще один. К тебе, кстати. Так, я бегу к тебе. Они вот в гаражке, вот в этом. Блять, пулек нет. Блять, кто это поддел? Здесь, бегу к нам. Перезаряжаюсь. Ходи. Вырубил. Пистолетом вырубил. Наверху бежал без пистолета. То есть наверху уходит? На балконе, да. Ой, Вова! И тебе попал. Я специально вниз упал, чтобы ты... Окей. Поднимай. Все. Ты. Нормально. Прилипцанов. Они поспешили. Так, ну-ка, тут. Сейчас. Надо снять. Где-то я тут. Я у них там аптеку забыл подобрать. Где-то я это... Пуховик какой-то отдел. Нахрен мне ваш пуховик? Где моя тельняшка? А, пуховик. До свидания. Что-нибудь было интересное? Да ничего. Плохи, короче. Ладно, идти в их дома. Утац. Пока можно, да. Зона в попе. Так, а должна быть у кого-то из них... Аптека. А, все, окей. Зона Приморск. Терри Пауэр. Там. По-бырому лутаемся, айда за транспорт. Ну, фактически, да. Сейчас еще нас отбомбит. О, аптека.
Ох, не знаю, как у тебя, но у меня полная жопа по луту. Че, выдвигаемся в сторону ангара за машиной. Короче, в сторону дороги надо двигать. Без машины мы никак. И можно куда-нибудь затопленный город, рожок, да? Да. Там самолет не летел, но хотя бы рожок точно приедут. УАЗик вижу. Отлично. Правда, но бегу до него. Если сейчас с приза на меня не убьют, значит я его возьму. Нахуя он так сделал? Бежал, бежал, запнулся об этот об скамейку. И такое чувство, как будто кто-то спрыгнул за спиной. Ух, в призоне, ох, в призоне. Стрельба? Вообще, вообще стрельба. А вот слышь. Я еду. Окей. Чё, я тебе могу М-ку отдать. Да поехали. Давай, хорошо. Чё, больше не лутаемся. Ну, где открыто, я там лутал. А, Вовик, иди сюда. Тут есть 416-й Хитлер Кох. Так, я на него тактическую ложу сбросил, двукратник тебе и магазин быстрого доступа, так что давай. Че, поехали? Да? Нет. А че, 556 ты не забрал? Вот еще вижу. А как так-то? Понеслась. Я думаю, слышу. Едем, наверное. Слушай, а как у нас самолет летел? Он тут не летел вообще. Ну, можем на побережье тогда вот сюда, 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 куда-нибудь. Вот, мне кажется, вот здесь вот центр будет. Он летел. А, по побережье летел. Рожок, город на воде, он там не летел. Не летел, ну тогда, что, вот куда-нибудь сюда, сюда, либо город на воде. Вот, а ты помнишь, как он летел? Не совсем. Ну,
Мне кажется, он через Сосновку забирал, через Ясную Поляну, или наоборот, Ясная Поляна в Сосновку летел. Не, Ясная Поляна он не касался. Мы почему с тобой в Мэншин полетели? Ну, понятно. Школа вся открыта. Открыто. Ты говоришь, не летел? Куда, куда, куда? Предлагаю тогда это ехать в этот Ferry Power. Блять. Такое? Красная зона. Ну, цепляй ее тогда по краешку. Зона сузилась, скорректируемся ближе к центру или нет? Давай. Наверное, вот сюда. Вот, ну там место такое, своеобразное. Ангарское, лутатое, все дела. Дача стоит. Чё, перепрыгиваем? Открытый весь. Блять, у меня дробовик торчит. Может быть, тогда в лесок? Давай. Вот, и оттуда поозираемся зорко. Выпрыгнул. Я метку поставил на машину. Угу, хорошо. Я свою удалил. Так, в этом доме все закрыто. Но это ничего не значит. Так, я бы от 5.56 не отказался. Тоже. У меня 30. Ничего, пойдем вовнутрь. Да. Главное, правую кнопку мышки не включать. Внутри закрыто все.
И вместе с этим нету ни хера. Да. Я в двухэтажку. Окей. В ангар пойду посмотрю. Второй рюкзак в ангаре. Есть. Так, двукратник у тебя есть. Так, ну окей. Бля, а пятерки нет? Да. Лашик еще отказался, у меня 7,62 нормально так. У меня первый. В открытой комнате. В окей. Ну и все. Калашика нет, ничего нет. Ну ладно, что. Ну, машину. Да, ближе к машине тогда подойдем там. Может быть, зону подождем. А сейчас с ним чуть-чуть сойдется. Предмет наличия пятерок. О, блядь. Рядышком. Сюда, наверное, надо где-то. А там поле. Да по лесу. Так вы что, поедем на машине, ты еще по риску. Ну, ладно. Подъедем хотя бы. А, блядь. Заряд. Ну ладно. Тут на побережье могут идти. Заглохнет уже. Сзади УАЗик. Или проехал ли уже? Смотрел сегодня видос. Блять, читак играет. Ну, на американском сервере. Сука, жирная ебала. Малолетка какая-то. Пиздец. Ну, такой лет, знаешь, 17-18. Жирная. А, он с веб-камеры, что ли, играет? Да. Ты решил, почему ты решил, что он читак? Спидхаках двигаете. А-а-а, понятно. 50 kills, easy kills. Думаю, пидор, уебать бы тебя, сука. С ноги. Ну да. Предмаслят твою жирную еблище, бля. 50, это 50? Да. Ничего себе. Причем, знаешь, как убивает? Это вообще пиздец. Он подходит, и если этот ВХ показывает типка фиолетовым, он не может кулака убить через дом. А, так меня с кулака убило в один чувак. Ты в доме сидишь, а он тебя через стену. Паники. Стреляли прям по курсу, да? Нет, оттуда. О, чувак бегает по дому, под красным. Между двумя красными домами с бочками. Побежал. Видишь? Не вижу. С крыши, в дом с крыши забегает. Есть красный дом, есть бордовый дом. А, вижу бордовый дом. На второй этаж пошел подниматься. Ну что мы с ним сделаем? Ничего.
Берем ближе продвигаться сюда до камушки. Ага. Да, 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 он пошел, пошел, пошел. Он меня не видит. А, вот открылся. В смысле, он там? На крыше бегает. На крыше бегает. А, вижу. Если сюда будет выходить, могу принять. Он пошел вниз. Потерял. А, вниз. Выпрыгнул в окно. Да, с моей стороны. Ой, бегу быстрее. Бегу, бегу, бегу. Убежал лутать те дома дальше, которые... Хорошо. Так, надо к тебе поближе подойти. Вижу его. О, блядь, дугана. У меня тут друган его. В доме, в том же самом. Убил? Погоди, сейчас этого я контролю. Да, 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 выходит. Нет, я не вижу. Я не вижу. Не, он в этом доме, в этом же одноэтажном. Стоит, смотрит. Я понял. Да, да, в сереньком таком, с красной крыши. Стороны на углу уже на улице. Ага, окей. Ты там где-нибудь поманти, чтобы он тебя увидел около окошечек. Возможно, уже там на дальнем углу. Нет, не вижу, на дальнем. Просматриваю. Самое главное, чтобы он за домами вообще не пошел обходить. Mm-hmm. Нет, лутаюсь. Бля, понял. Кто-то где-то стреляет. А тут, возможно, по нему он начал, может быть, обходить. С гарли сейчас щелкнул. По-моему, он ушел в ту двухэтажку. Двухэтажку ушел? Да? Могу к тебе подтянуться. Блять. Нет, я его не вижу. Мне хотя бы увидеть. Иметь возможность по нему пострелять. На горе чувак бегает, вижу. Направление от меня 345, вот я на него смотрю. Так. Нет, не, не, это далеко. Он не мог так быстро туда попасть. Понятно. Это значит тот, кто сейчас коряка щелкал. А это коряк. А это, скорее всего, в двухэтажке. А, вот, вижу, да, побежал. Ёпана мать. Ой, эта машина спустилась сюда. Чё, пойдем? Он, короче, вышел. Вот сюда, за дом. И пошел куда-то. Я говорю, нет, ни хрена. Хрена. Окей. Да блин! Рубки какие-то. Так, чё? Ничего. Блять, думаю, что он здесь. Это закрыто все. Пошел на второй. Okay. А может быть, я говорю... Все закрыто. Ну, значит, он ушел за дома. Понятно. Слушай, у этого негодяя 5.56 не было. Могу тебе дать маленечко. Тут было. Типа тридцаточку, если есть. Есть? Или не хватает? А, все, спасибо. Спасибо, спасибо. Ну, ладно, пошли. Идем дальше. Подождем зону. Надо посмотреть его, он же-то здесь.
Да, возможно. Да невозможно, он за забором полюбил. Студбекер, слышь. Ух. Это он в том, там, где, да, струлялись. Ну-ка. С глушителем кто-то работает. Вообще никого не вижу. Хорошо бы это на гору, конечно, влезть. Эх, дружок-то, а? Не пошел стреляться, за друга мстить. О, а коряк щелкает вот на 75. Угу, где-то там. А, они перестрелялись между собой. 1.75, второй с горы. Так, у нас откуда W-285 могут пойти, да? Здесь сужается, и им тут хорошо, на самом деле. Ничего страшного, нам бежать буквально там. В поле. Есть чувак! Сразу его. Да я тоже, блин, не сказал тебе направление. Балбес. Ну ты просто, мы когда в паре играем, обращай внимание просто, куда я смотрю. Все, больше ничего не надо. Сразу видишь направление. А я еще с... трехкратником, блин. Ну я уже в зоне. Нет, куда его лутать, он там за зоной остался. Ага. Ну, нам на гору и туда спускаться, мне кажется. Хотя, пока когда по горе будем подниматься, мы, блядь, будем как это. Так, двукратник нужен? Есть двукратник. Окей. Чё пылит, блядь, наверху? Не машина ли там дымит? Нет. Нет, 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 не вижу. В горку надо? В горку или все-таки под горой пойдем? Ну хотя бы под горой от коряка будем спрятаться. Если низина, то можно пойти, но на горе люди есть. Пошли уже, куда-нибудь, ну вот, да, туда-сюда это. Думаешь, на горе есть люди? Победил карщик на горе? Не могу сказать. Не могу сказать. Так-то да. Надо одиночный уже включать. И мы в зоне. Под горой побыть маленько. Надо в кустик какой-нибудь заползти, мне кажется. Прикинуться ветошью. Опа, есть на горе, вижу направление. Вижу тоже. Открывается вниз. Еще один, еще один. Убил. Ага. А мне килл почему-то не пришел, а его зона. Они за зоной были. Опа. Граната НЕ. И нам с тобой туда ползти. Почему они были за зоной? Это он должен был умереть от зоны и нормально. Я его кнокнул. Но мне кажется, я его кнокнул, потому что зона его коцнула. Не ты что ли думаешь, что? Да. Я это чуть правее, да, заберу. Окей, чуть правее. Там граната взорвалась на НЕ, да? Ага, дымы. Дымы это отвлекающий маневр обычно. Бай!
кусты, травы. Что думаешь, пора? Как ты думаешь, они в зоне? У меня есть гренки, могу это отпросаться. Я думаю, они в зоне, где-то в кустах уже лежат. Это мы с тобой как-то пиздец. Так, на двухкратник поменял, четырехкратник, давай, до свидания. Ну, заполз. Супруга апельсины ест, такой запах. Вкусный, вкусный. Ага. Так, куда, как ты думаешь, гренку бросить? Кусты? Где-то в кустах. Ой, ништяк, мы в зоне. Недалеко, да. А сейчас, наверное, туда полетят. Нет. Ладно, значит, в этом кусту никого. Контейнер ты бросил, в смысле этот? Да, это отвлекающий маневр. Чуть отвлекающий маневр у тебя. Канистра стоит, чё? Отвлекает. Блин! Блять, прям ко мне граната. Вижу, откуда коктейль молотого прилетел. Я туда же кинул. Ага. Минуснул? Вот оттуда и летел. Вова, чуть проверь. Минуснул? И он остался один. И он где-то здесь у нас. Пусты? Блять, гранат нет. Где он может быть? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это мы в зоне. Он где-то у нас тут. В каких кустах? Блять. Ну фактически вот перед нами. Ха-ха-ха, на рандоме. Ты что, случайно туда стрелял? Я все кусты прострелил. Этот остался единственный. Отлично. Фух.